посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, когда сказал: «Два вида обитателей огня я еще не видел, но мы их видели». Среди них пророк, мир ему и благословение Аллаха, упомянул женщин, являющихся одновременно и одетыми, и обнаженными, отклоняющимися и отклоняющими, головы которых подобны свисающим верблюжьим горбам. Они не войдут в рай и не ощутят его благоухания. Ученые сказали: одновременно одетые и обнаженные – это те женщины, которые одно скрывают, а другое показывают. Посмотрите, как сегодня ходят женщины-мусульман. Наши с вами женщины. Сейчас у некоторых женщин рукав бывает широким. И когда она на рынке поднимает руку, обнажается ее рука. Она закрыла лицо, но показывает свой локоть. Кто тебе сказал закрывать лицо и показывать локоть? Откуда вы взяли это постановление? Тот, кто повелел тебе скрывать лицо, повелел тебе скрывать и остальные части тела. А что происходит сегодня? Даже разумные и уважаемые люди, когда приходят на рынок со своими женами, их жены вот так поднимают руки и обнажают локти. Так или не так? Это уже не покрытая женщина. Отец ничего не говорит, муж ничего не говорит, дети ничего не говорят, когда их мать показывает свои локти. Это джахль. Я иногда хожу в торговые центры, и когда я вижу там эту ошибку, я говорю: «О, сестра, Аллах запретил тебе показывать локти, так же, как запретил тебе показывать лицо». После этих слов она пробуждается. Однако это один из видов соперничества в этом мире. Мы стремимся добиться довольства людей, а не добиться довольства Аллаха. Мы боимся, что если мы оденем старую абаю, нас будут называть отсталыми. Мы воспитываем своих женщин в духе соперничества с обитателями этого мира. Хотя наши женщины должны соперничать с Аишей, а не с такой-то и такой-то. Прав был посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, когда сказал: «Одетые и в то же время обнаженные». Он собрал воедино оба описания. Обнаженность и наличие одежды. Она одета, но в то же время обнажена. Некоторые ученые сказали: она одета, однако ее одежда либо просвечивающая, либо обтягивает, как будто она и не одета. Есть такое мнение или нет? Мы видели это. Время изменилось.